Хотим песен Любавина. Бомбардировали смс-ками стол заказов слушателей радиостанции 101.8. Количество сообщений увеличилось, когда Нюрочка Чайковская сказала: «Сергей уже приехал и вот-вот появится в эфире». Он уже лет 30 на профессиональной сцене. Но в последнее время любовь к Любавину у многих усилилась из-за хита «Не сойдутся Москва с Невой». Он поет дуэтом с Татьяной Булановой. А когда развели мосты, осень струны оборвала, диких твоих дней. Здравствуйте, дорогие друзья! Очень приятно впервые приехать в ваш замечательный город, в эту великолепную студию, уютную. У Сергея сейчас активная гастрольная жизнь: Тольятти, Пенза, Ульяновск и далее по маршруту. Новый год, правда, мечтает встретить с семьей, но научен опытом и больше не загадывает. Ехали по Рублевке, переезжая из пансионата в пансионат, и Новый год застал в дороге. Мы за полминутки вышли из машины всем коллективом, налили шампанское быстро, хотели уже что-то сказать, и вдруг грянул такой залп. Я на 9 мая даже такого не видел. Ну, из дворов там эти сироты наши живут, да, вот. И такой просто салют был великолепный, вот тоже запомнился. Всем, кто дозвонился в эфир радиостанции 101.8, Сергей Любавин подарил по диску с автографом и пригласил на концерт. Желаю замечательному городу Пенза здоровья, процветания, денег побольше, ребятишки, чтобы росли здоровыми, сильными, красивыми. Всего самого хорошего, слушайте великолепное радио и приходите на красивые, замечательные концерты. Всегда ваш Сергей Любавин.